Привет, друзья! Привет! Мы едем на открытие нового Костка. У нас старый Костка закрыли, построили новый, и мы едем на его открытие. Да! Почему старый закрыли? Не знаю. Потому что он старый. Потому что старый. Вот он, новенький Костка. Все, вообще, это вот только посадили все. Народу полно. Я думала, что мало будет людей. Все парковки заняты. Да, все новое, классно. Запах такой прям всего нового, класс. Мы не успели на открытие. Мы думали, что он в 10 открывается, а он, оказывается, в 9:30, значит. На красную ленточку мы не успели. Как всегда, прозевали. О, как здесь все новенькое. Новый пол, Соня говорит, отметила. Выглядит как будто старый. Так, мы думали, какие-то скидки будут. Что здесь? GoPro, пятая. Меньше $300. И здесь еще комплект, да, чего-то. Всякие держалки, провода, цеплялки. Здесь сейлы есть. Меньше $300. А у нас в старом Костке было это? Купить парочку GoPro-шечек и этот самый. Но я тебя снимаю. Вертолет. Зачем тебе GoPro? Куда ты собрался двигаться с ней? Сюда полез. Будешь ходить нас снимать целый день. Но сегодня ни одной еще GoPro. Да, если нас каждый день снимать в реальной жизни, это будет забавное зрелище, да, Сонь? Потому что мы веселые. Размеры экранчиков, класс. 3000 стоит такой телек. Слушай, Соня, тебе такой нравится? Нет. Мне кажется, он классный. Но рюкзак, который у меня есть, не школьный. Ну, обычный рюкзак с кармашками, со всеми делами. Ладно, пошли. Здесь меньше кармашек. Никому не нравится, окей. Так, что-то там вкусное раздают, какое-то мороженое, да? Смузи. Давайте мороженое возьмем, давай. Цены на Apple iPad. Смотри, это и Лизи. 850. А здесь даже можно есть... Лизи, можно Лизи и Никитич купить. Вот эти даже стоят вообще 280 iPad. Вспоминайте ручки. Лизи, купи iPad. Пошли, iPad. Баня. Что? Да, баня какая. О, почему здесь баня? Зачем? Люди заходят, пробуют. Слушай, я хочу себе баню. Где нам ее ставить? Так. О, какая красота! Заходите. Смотрите, здесь есть ведерко, это чтобы поливать. Вот эти камни. Прям как в русской бане. Ложка. Часы. Камни настоящие. Я ношу часы. Это не часы, какие-то температуры мерить, градусник и давление. Закрой. Закройте нас. Закройте, я думаю. Закрой. Нет, не надо, нет, все. Сидим. Ну все, давайте париться теперь. Все, паримся. Давай, я сейчас Лизку полью. Нет. Давай. Маму. Выходим. Ой, что это такое? Ну все, Лизка заехала. Да, ну. $3000 баня. Коль, ты что включил? Ой, подожди, что-то нажал. Мини-спикеры или дерутся. Коль, что-то включи просто музыку. Ничего себе, холодильник за 3700, да? Никита, видишь, просматривает. Чего себе. Это для нашей семейки вот такие морозилки нужны. Пошли дальше. Короче, все то же самое, что в других Костках, только побольше ассортимент и... Что еще? И побольше места. Канцелярия все то же самое, да? Ага. Даже, мне кажется, меньше канцелярии. О, а вот эти хайлайтеры на сейле. Я мечтала о таком наборе. Слушайте, какое огромное количество. Мы их уже, правда, смотрели, снимали. $8. Мы уже накупили, да, все хайлайтеры. Соня, может, ты поменяешь те свои маленькие вот на эти? Я хочу. Хайлайтеры. Я хочу это. Лиза, они тебе не нужны. Тебе не надо текст выделять. Хайлайтеров мне не нужно. Нет. Нет, Никит, тебе тоже не нужно.
Слушай, какие классные кроссовки. $25 Puma. Это даже, ну, это какая-то спортивная обувь такая, она, можно сказать, летняя. Ну, это не, наверное, теплая. Слушай, вот эти классные. Это на бегине надоело. Мне кажется, что будет идеально для Сони вот этот женский. Вот такой себе размер найти. Да? Сонь, тебе нравится? Пробуйте, они внутри хорошие. Это Puma. А это как такая у них это подошва такая мягкая показана. Сэмпл. Вот 7-й размер. Мы сейчас возьмем или поближе к школе подождем? Сейчас. Сейчас, а вдруг на них сейл будет ближе это, к осени. Слушай, ужасно крутые, надо будет взять их. Ой, да? Зачем? Схватил. Сонь, будешь такие брать? Да. Мы подождем пару недель. Если не будет на них сейл, это скидка, то купим тебе их, да? Да, кстати, зрителям покажем. Мы такие слаймы классные научились делать. Потом как-нибудь видео снимем про них. Как хорошо пахнет. Да, я помню. Так, вот то, что нам надо для туалета. У нас палки эти сломались. Я по-русски уже забыла все названия. Прочищалки, щетки для туалета. Это, видимо, сколько? $15, да? Менять. Заменители. Оно еще открывается. Угу. Такое все просторное, да? Там еду дают тебе. Коль, будешь еду, Сонь? Будете еду брать? Какую еду? А вон раздают что-то попробовать. Мясо какое-то. Я все же поем. Сонь, будешь брать? Я пока брать с ней. Может, не хочу. Папа пойдет, возьмет, значит. Посмотрим, что там. Что взял? Покажи. Мясо, да? Мясо. Куски мяса. Жареного. Хочу попробовать? Иди пробуй. У нас дети еще попросили мясо. На каждом углу, сори, на каждом углу раздают, все едят. На, кому еще мясо кусок экстра? Коль. Сонь. Это стейк. Try it's a steak. Давай углы с едой обходить, а то мы так отсюда не уйдем. Приехали поесть. Пройдешь по всему Коско и все, и сыт. На каждом углу что-то предлагают. Брекфаст. Соня, может, вернемся, еще что-нибудь возьмешь? Или на следующем повороте? На следующем углу еще есть. Соня не завтракала, просто мы торопились, проснулись и поехали. А теперь все выплевывают, потому что не смогли прожевать мясо маленькие. Папа там в такой ситуации сейчас. Мороженое никто не хочет. Мороженое? Да. Надо, вон, пробует. Идите, берите мороженое. О, Соня что-то еще взяла. Что ты взяла? Чипсы. Чипсы с чем-то. А мне? Сейчас. Мама, называется, приехали в Коск поесть. Пить хотя. А, это мороженое, которое у нас дома, да? Ага. Really? Yes. Так, надо еще взять нам такое мороженое. Вот это. Это такое же мороженое, как у нас дома. Да. Стойте. Так. Такое мороженое мы всегда берем. Оно очень такое некалорийное, вкусное, органическое. Хорошее. И нам нужно найти вот это мороженое, взять, у нас дома закончилось уже. И вот такое мороженое еще возьмем. У нас сейчас жара, мороженое улетает быстро. Вот и наше мороженое. Вот такое оно. Ага, вкусненькое. Вкусняшка, пошли. Так, это что-то новенькое, итальянская минеральная вода. Я попробовала, вкусная вода. Да, это итальянская минеральная вода. С какого источника не знаю, но очень хорошая. Классная на вкус. Чувствуются минералы. А что мы ищем дальше? Просто будем ходить смотреть. Просто ходить и есть. Да, ходить и есть. И разбрасывать мороженое. Смотри, какое морожка. Я такой первый раз вижу. Квадратики. Давай попробуем. Их 10 штук за $12. Это очень дорого. Наверняка оно будет скоро на сейле. Когда новенькое что-то появляется, они потом скидку это делают на них большую. Вот это очень интересно. Нет, от этого вы все чешетесь, это плохое мороженое. Кстати, вот американцы любят чай пить летом. Да, здесь различный чай со вкусом, с добавлением. Я думаю, что это все натуральное. Flavored, да, с натуральными вкусами. Peach tea and raspberry tea. И лимон. Да, it's not. $13. Сколько за 24 бутылки? Никто больше есть не хочет, тут сосиски какие-то. Я все равно голодная. Пошли хоть посмотрим, какие сосиски. Может быть, мы себе их купим. Какие-то. А, маленькие. Слушай, значит, маленькие есть. Мы хотели давно маленькие. Они еще и органические, что ли? Нет. Так, 100% grass-fed. Это должны быть дорогие очень сосиски. Да.
Ну, в принципе, 6 чем-то за паунд, это не так уж и плохо. Маленькие будете или побольше колбаски? Маленькие, конечно же. Маленькие, ну берите маленькие. Будете их пробовать? Так, мы их сейчас попробуем еще, потому что мы уже купили их. Маленькие сосисочки, колбаски. Это вы колбаски взяли, да? Да. Это вот, видимо, вот такое что-то. Да, вкусно. Вкусно? Сосисочки. Папучик, говорят, что у этих сосисок очень хороший состав. Здесь, во-первых, мясо, грасфит, это которые травой кормились только эти. И здесь вообще ничего нету искусственного. Кому дать сосисочку маленькую еще? У вас есть? Мам, у меня нет аллергии. На них нет аллергии? У Лизы обычно от сосисок нас ущипит. А от этих нет. Смотрите, здесь даже манты продаются. Но они дорогие, ужасно. Там их мало. 36 штук. $12. Кошмар. Пошел какую-то еду брать. Пойдешь брать? Или ты уже наелась? Или к сосискам вернемся сейчас. Сосиска возьмите. Что? А я не знаю. Коля что-то берет. Дай посмотрю. Там что-то, наверное, азиатское. Что? Роллы? А в чем они? Что-то тоненькое. Смотри, такая. Штучка. Это очень глянь, там мясо и очень тонкое тесто. Пельмени какие-то азиатские. Давай возьмем, с овощами. Пойдем посмотрим, что это. Это говядина внутри. Сейчас посмотрим, что за мешок. Ну, это слишком маленький мешок для $12. Вообще, мы в этом, в русском, обычно из такой цены покупаем. Да, я думаю, что это вкусно будет. Их жарить или варить надо? Может, как-то? Варить. А, их на сковороде надо жарить, видишь, она говорит. Их не надо размораживать. Да. Можно посмотреть еще раз? Нет, классно. Вкусно? Видишь, такую Лизу? Мама, она с биф, она такая. Да, с биф, там настоящее мясо. Сонь, что скажешь? Очень? Женщина сказала Лизе, что она выглядит, как будто она на вечеринку приехала, на праздник. Так я тоже попробую. Thank you. Thanks for coming to... Очень вкусные пельмешки, я попробовала. Классные. Они вкусные, очень немножечко сладенькие. Соли мало. Они чуть-чуть перченые. Чуть перченые, соли мало. Мама, надо такой бицов добавлять. Можно сделать. Наши лично соли. Нужно... Не нужно так, ну, отмораживать. Нужно просто пожарить. Не отмораживать, а размораживать. Размораживать, ну да. Отмораживать. Просто так. Нужно пожарить в масле и все. Отморозим их, да, Соня? Мы смеемся, что отмораживать можно ноги или что-то. Или уши на зло бабушки. Да, уши на зло бабушки. Мне уйти? Куда тебе уйти? Куда-нибудь. Веселая семейка. Зачем тебе ремень? Будете пробовать? Нет. Это манго. Манго вот маринованное какое-то органическое. А почем оно? $8 за банку. Это сушеное? Угу. Сушеное. Да, я маленький. А, это один кусочек. Попробуй. Половинку. На. В нем сахара, конечно, в манго много, но полезно. Да, не гарбич. Не будешь? Вкусно. Я не знаю. А покушаем. Коля, возьми гарбич. Лучше свежее есть, я вам скажу. Сушеное хорошо, но свежее лучше. Да, Ники, Коля гарбич, она 50. Мама, слушай, вкусно. Отдай Коле гарбич. Беда. Нет, это вкусно. Мой. Будешь? Мне больше нравится обычная манго. Да, обычная манго лучше. Но ароматная, да, сильно, классно. Не, когда жуешь, вкус сильный. Так, окину взглядом. Куча одежды здесь всякой. Вся одежда очень недорого. $30 Колумбия. Крутые курточки. Метровки. Концертные платья. Шутка. Катоновый верх и вот такой пышный низ. Как-то сочетание, да? К концу нашего пути мы захотели попить, и вот мы встретили напитки. Видео назовем, как мы приехали пожрать в Костко. Новый Костко.
Твои, да? Почем они здесь? Это новые? У тебя такие есть или нет? Или это новые? У меня все есть. Они $8 стоят. Такие книжки обычно дороже. Hardcover. С твердым переплетом. У тебя уже все есть. Зачем тебе? Я хочу hardcover. Что? Так, это... Вот так это выглядит, протеин дринк. Мам, этот суп очень вкусный. Вкусный, но очень сладкий, мне нельзя такое. Сейчас. Тебе понравится, гладенький такой. И мне тоже. Мне тоже. Можно? Просто очень сладкий, мне нельзя. Вкусно? Этот, как же его называют, этот вкус-то? Это смесь еды и... По-русски есть такой напиток. Забыл название. Что ж такое? Протеин шейк. Вкусно? Вот это как будто бы hot chocolate или как там? Какао. Какао, да. Коко. Коко и другое. Главное, что здесь разливают, бабульки стоят, пенсионерки. Американские бабульки, пенсионерки, они такие живучие, работоспособные. Живучие, работоспособные, да. Они до 100 лет на автомобиль водят. Едут все на крутых машинах. Вот там, сзади бабушки. Вкусно, Сань? Шоколадный. $15 бальзамчиков, 6 штук. Это хорошая цена. У нас еще есть дети дома. Мы все ими пользуемся. У нас всегда дома есть. Ну, дети говорят, что нужно... Слушайте, у них какая-то новая форма. Смотрите. Это блестящие, другая форма. А эти обычные мятные, да, мои, которые я люблю? Нет, это огурец с дыней. Здесь нет этих мятного. Это не мятный, это огурец. Он не вкусный. И гибискус пич. Не знаю, здесь нет моего любимого. Я хочу. Я хочу вот это. Ладно, кстати, нам надо будет Sony очки новые заказать здесь. Здесь, кстати, если у тебя очки сломаются, если в Костко очки покупаешь, и они если сломаются, то тебе их просто поменяют на новые через любое время. Не нужны сейчас новые очки. Нужные новые очки. Мы теперь в школе будем новые делать. Только не сейчас. Смотри, за 149 долларов такие красные маленькие. Красные? Вот Сонь, вот тебе надо красные, Коля сказал. Нет, я сказала, они столько стоят. Я говорю, что мне нравятся вот эти. Сонь, красных очках вообще очень красивые. Серум, который стоит $250. Что это? Что он делает? Это для того, чтобы лицо подтягивать. Давай посмотрим, какие здесь крема есть. Здесь какое-то огромное количество косметики новое. А это праймер, это косметика. $18. Bio Mineral. Цены в Костко, конечно, хорошие. Я вот этот крем люблю. Стриоктин. Он $100 за 2 пузыречка. Очень хорошо работает. Там такое количество всяких вытяжек растительных в нем. Огромные. Вот это все растительного происхождения, какие-то вытяжки. Очень действующий, хороший крем. Где они? Ты видишь их? Снимаешь. Я иду? Я не знаю, где они. А, вы там? Мы идем, скорее. Пошли. Уже заплатили, пошли. Машину можно в Костко купить. Хорошая BMW-шка. BMW. Слушай, классная, почем она? Мам, вот. 62 тысячи, 63 тысячи. Я хочу себе такую машину. Хочешь себе такую, да? Когда ты вырастешь, уже будут машины без колес. Уже летающие машины будут. Пошли. Хочет он себе BMW. Коля все время что-нибудь себе хочет. Они будут летать в Honey Savage. Будет BMW, которая будет летать, или у которой колеса квадратные будут. Пошли. Соня у нас любительница мини. И так как раздавали еду с маленькими ложечками и вилочками, она взяла домой свои эти ложечки-вилочки, которые там раздавали. Соня, это мини-Соня какая-то. Это не Соня, а Моня. Как будто мини. Мионя. Мионя. Сонь, а ты сейчас мини-дырки сделаешь на Коле. Вот у него уже дырки. Короче, много мы не купили себе,
Ничего. Но съели много. Это мой брекфаст. Да. И мой обед. А, да? Да. Мне больше не надо обед. Расскажи это кому-то. Сейчас, через час, мам, я голодненькая. Посмотрим, если это случится. Так, ну что, Коска новый нам понравился, большой, просторный, еды много, только поели. Ехать в Коска, нужно далеко ехать. Нет, это, мне кажется, по времени практически столько же, да, Вов, как и в тот наш? Нет, сюда чуть-чуть подальше, а по времени так же. Да. Дорогие зрители, на этом все. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! А как же про лайки забыли? Если понравилось это видео, то... Поставьте лайки! И до свидания! До свидания! Ha ha ha.